походу робота теперь в одного можно танчить. 4 хила еще и ДПСер помощнее. Вообще заебись. Слушай, Войд. У тебя мастер из сока? Кап. 56. А меткость? 8%. Смоньте полину. А не, я вам статус свои смотрю. Сейчас покурю, подойду. Сам ты, дай шкаф. Крепость, можешь в танка прыгнуть, попрешь, конечно. Крепость в танка. Пуляйте, кого ждем? Перекура не было, танки вперед. Фарада, штаны, байеры ушли. Сколько раз спросила, кому нужны, никто не ответил, соответственно, я взяла покупателя на них. Они выпали. Ну, кто долбился в глаза, тот пропустил штаны. Патруль, внимание! Сагрены 10 мобов. Хильте танков. Бефер. Сука. Ёбаный босс. С босса танчить будет. Сейчас можем. На боссе будешь ты с крепостью. Ребята, внимательно, патруль. Диспельте танк. Инквизитора, диспел. Хуёвая затея. Не-не, нормально. Женой НБР крепость. Я спекнулся в танк, сейчас помогу. Диспел инквизитор. Жунен, прием. Может бичей дать? Ну да, можете бомжи сдать. Уже все. Ага, нет раньше плов, чтобы фениксов ловить. Дай мне. Да в смысле, ну чё там, нельзя что ли тарелку с таунтом вместе, а потом джага и забрать всю эту хуйню? Это же не сложно. Сука, не трогай этих мобов. Вайпанёмся сейчас, блядь. Не таунтились, блядь. Чего? Говорю, ладно бы, если бы они таунтились. Окей. Значит, по-другому сделаем. ДПшку желательно на фене. Ну, значит, крепость будет в ретре, а ты будешь с Блэком танчить. Вы киллер, крепость. Тут патрули есть, смотрите внимательно, чтоб, блядь, мы сейчас могли лечь просто. Если бы никто не начал шевелиться, блядь. Агрите осторожно, и одну сторону они не сразу. Подождите, еще рисают людей. Войд, если выпадут БВЕшки или воронки, так же как и знаки по нидиш, я через 2 минуты вернусь. Чё, нас
Центуриона метку надо ставить, да? Заберите Центуриона. Я в оглушении был. Диспелить надо. Кресты паладины могут диспелить. Центурион крутит вихрь. Отойдите от него. Или не сдохните. Кружок, берешь Центурион, отводишь влево, остальных мобов иди, киллер туда заходить. Что стоите? Вот сюда повернитесь, где я стою с шемом. Вот эта пачка Центуриона выделяешь, влево отводишь. Кидай в него какое-то говно. Вот, отлично. Теперь в пачке, где ДК 3 моба держит, маршала находи и его тоже заберешь. Кровостраж. Пока он сейчас вихрем может начать крутить милики, осторожно. Ну не блять. Ебануться. Как там праведная защита, да, называется? Не используй праведную защиту на танка. В такой ситуации. Используй длань возмездия. Рыцаря забери среди ДК. Реакция Вайда охуительная. Ебануться. Но смешнее будет, если Войт еще медленнее начнет объяснять, чтобы точно до всех дошло. Мне Войду еще надо праведную защиту вслух зачитать, короче, Раиду. Ну типа что она дает? Нормально, так, нормально. Праведная защита, читаем. Нормально, нормально. Вы не слышали, как Слава на стороне релил? Это была вещь. У тебя на Ларе есть это алхимия? Пожалуйста. Да, да. А чё? Я с первого раза, да, понял. Чё понял? Одного, да, было достаточно. Блять, я просто. Да, Слава, агри. Давай. Не, Блэк Киллер, ты остаешься в хвосте. Не нажимай только праведную защиту. Да, бывает иногда, когда говоришь что-то быстро, ну, когда уже знаешь, что сказать заранее, типа, какие-то сценарии, когда, типа, часто один тут жрей водишь, и начинаешь так говорить. Ну, там вообще хохма. А в бою рассказывает ротацию на сову, как это было в СЛК обычке, как тебе? Да не, нормально все было. Хорошо пошли. Ну хоть паладин теперь научился отличать праведную защиту, или как там ее называется, ну как-то массовое говно. Да я случайно. Ты тупо доебался до пала, короче. Нам просто завидует, что у него такой хуйни нету, вот он доебался до меня. Не жми, а то мне за... Не знаю. Бывает проблема у протопала. Ага, может больше арбаты сделаем? Внимание, ДК может умереть. Сидите его хорошо. Ладно. Сейчас. Бага отошел. Подошел.
Сейчас ладно будет. Ну, газ ДК хрен заберешь прям. Ему не понравилось просто, как ты массуху брыжал. Страшно, не делай так больше. Я думал, что кто-то завизжит. Лёш, микрофон вырубай в таких ситуациях, а то нам стыдно. Вась, это он кошке сказал. Вась, напомни, алхимия. Это лучше не тебя. Есть, да. Да, есть алхимия, это надо. Коника, заходи. Тогда возьми вот это, можешь не возвращать, я место освобожу. А, понял. Давай. Если нет. Давай. Куника заходит? Просто 10 стаков. Да-да-да, сейчас у меня фигня какая-то была. Да я тоже фармила, вот и места нет. Потом почищу. У меня была долгая загрузка персонажа. Лёха тут? Да, здесь. Поставь шкаф сам ты. Чиновка. Редвар, тебе что-то надо с этого босса? На суммон. Редвар. Народ, дай лапу. И остаешься на зломе. Значит так, Black Killer, твои. Два правых моба, ну ты понял. Плюс-минус. Соответственно, сокрушение тоже твое. Дальше уже фениксы твои, пианист на боссе. Лёха знает, что делать. Так что верчи на пол. Я в ДД, да? Да, крепость, ты в ДД. Я первый раз на боссе. Ничего. Научишься. Прибавьте да каску и кулак по разбойникам, пожалуйста. Долорес, прием. Ты где? Крепость, а ты тут был? В реалиях Сируса нет. Если ты был здесь на БК, контенте, на офи или там, не знаю... пиратках, может быть, различий быть не должно. Я был тут когда, хрен знает когда, давно. Долорес, ты где? 2007. Лет 10 назад. 15. Смотри, Сережа помнит. Это мой любимый контент, вы что думали? Долорес, ау. Ну, ожил. Пуляем. Тут я что-то помню, жопа с откидыванием будет вверх. Ничего сложного. Когда всех подкидывают в воздух, ты просто держишь рейндж 10 со всеми, чтобы никого не убить. Понял, принял. 4 БР. Готовьтесь.
Опять это ненормальный move speed, идиотизм. Сломали босса. Я не знаю, дезурон, потому что даун. А, он во всем оке у боссов МС поднял, да? Походу дело. Это значит, и Алар бегает быстренько, да? Неизвестно. Сегодня пойдем, если сетап соберется, и проверим, что будет происходить. Когда звездочет активен, тоже выдерживаем рейд. Меликом туда подходить не обязательно. Вот этих довесков не поднимай. Вы хотя бы танком-то собрать бы дали. Все оружие, кроме сокрушения, на пул на пиане. Я встану после. Тайфун по этой херне юзать не надо. Откидывать трэш от танка — это очень плохая идея. Джоэль, мы тоже берут на МП5 скорость? Я не слышу, я первый раз тут на ЖВД. Ой, а чё медик убрать? Тесак, да? Подскажите, ну? Да, я не знаю. Сокрушение. Лучше бери. Встаю. Где Мейс? Куда вы? Где-то в кучке. Отвара отошли все. Надо стоять около его трупа. Да я, блядь, не стою, я Мейс ищу. Оль, ты нашла Мейс? Прикольно. Ну, подскажите, Мейса. Где пуха хиловская, одна ручка. Кто видит? Ой, я нашла. Нашел? Нет, где? Вот в мече лежит. А, прикольно, в мече. С четырьмя советниками сразу, но... Класс. Пиздец. Надо музыку из шоу бы не хило, да? Тихонутый босс, блядь. Это явно ненормально. Не должно так быть. Блядь, я его догнать не могу. А просто когда от него убегаешь, не надо юзать ни спиды, ничего. Иначе он багается. Давай.
ни инжу, ни эти, ни ботинки роги. Рэнч. Все РДД вначале сливают звездочет, потом играют по инженеру. Bloodlust. Может, лапу мне дадите все-таки? Жужик, дай лапу. Ой-ой. Не убейте, пожалуйста, контроль. Лучшая пола на твоих. Нужно подойти поближе. Жунайн, поднимай Фисяо. Энжи, поднимаем народ. Моса, поднимай Неонекс. Лужа. Феникс. Вообще по Фениксу стоит поиграть уже давно. Глыба была уже кастованно избита. Лёха, забери Феникс, танк в МК. Подбегите, медики. Яйцо.
контроль 2 секунды. Феникса убивайте. Значит так, ребята, которые умерли от бомбы и от лужи. Это единственный раз, когда я вам не начисляю ГП. На следующем КД за такую же штуку вы получаете сразу же двойное. Ты даже танк убежал. Я совершенно серьезно, 5 человек, которые умерли, я запомнил. Со следующего КД в этом рейде для вас начинается именно двойное ГП.
Третья кнопка пас у всех появилась? Да, да. Рольте активнее, тыкайте кнопочки. У меня теперь две кнопки пас. Это нормально, да? Должно быть main spec, off spec и пас. Потом два раза пас, потом этот. Вообще должно там быть пас. Всего, pass. Короче, четыре кнопки. Я сделаю три. Сейчас я скрин сделаю. Сделаю скрин. У меня четыре отображаются почему-то. Main spec, off spec, pass и pass. Вот, я и говорю, pass и pass, да. Было такое, да. Сядется. Ну что, Настя, твой час пришел. Если кто-то еще его на main spec заберет, я последний бомж в гильдии. ГЦ. А, нет, не ГЦ. Угу. Просто. Сяо, твой последний кусок. Сяо, сколько ИП у него? 200. Ну я ГП налуталась последний этот самый. Его нет. А... Есть. У него 7200. Ну и что, ему отдавать что ли? Пускай следующий заберет. Нет, короче говоря, поскольку ты новенький, я отдам нашему ДЦ последнюю. Да. Пипец. Просто стресс, блядь. Выбили для тебя просто. Спасибо вам большое. Это, блядь, полгода бомжую. Ты видел, как я полгода бомжевал, блядь. Без чешки фуриком бегал просто. О, ну бедный, ну бедный. Ну ты что это? Да как красавчик он строится, я знаю. Выпусти, пожалуйста, я схожу сразу открою это говно и затыкаю по всем параметрам. Никуда никого не отпускаю. Не, выпустить из инста. Порт прошу у человека. Монород, это стыд. То же самое Делорус. Да я оправдаться могу. Не можешь. Как и Монород. Единственный, кто могут оправдаться, это крепость. Так уж и быть, Фисяо. Вот ты, Монород и Неонекс, у вас оправдания быть здесь не может. Я хотел сначала отвезти этого Монорода, а потом думаю, бля, ну отбежит. Роль свиток. А я у тебя все роль? Да. Да, свиток он все. Да ладно, Зузик, камон, ну камон, Зузик. Это ровно того, кто положит в ГБ 5 вот этих медалей? Нет, со свитка значки остаются у вас, у того, кто сродит. Почему в прошлый раз я выиграл, мне сказали в ГБ положи. Тебя швырнули просто. Я не сказал. Все, видишь, как вышло. Власть сменилась просто. Что ты кидалово какой-то. Тоталитарного тирана сверг справедливый лидер. Мне, кстати, один знак тут есть. Сережа, мы идем куда-то еще? Сейчас я напишу в Дискорд. Будет только хэм. Если народ подтянется, которого нам не хватает, мы туда пойдем. А если нет, то пойдем в другой день. По-другому спрошу. Отойти можно? Перекур 5 минут. Спасибо. Надо со стажем выйти еще, да? Фарада, настал твой час. Давай там, за Каменор. А, и сам Долоран съебался, понятно. И все маги сами свалили, вот это под да. Город? Серьезно, резинит?
Давай сейчас. Смотрю, маги вообще лучшие. Один ХС пою, другой портал открыл, сам нырнул. Парады самый первый съебнул. Стоять? Спасибо, Карин. Все, теперь точно отхожу. Вадь, я тебе там ВЛС написал. Да, вижу.